Разговоры в Одессе. Сёма, сколько ты сможешь съесть пирожков с печёнкой натощак? Штук 5, 6, 7, 8. Ну и лох ты, Сёма. Натощак ты ешь только один пирожок. Все остальные уже не натощак. Понял? Ой, какая хохма. Спасибо, сейчас я Рому поддену. Рома, иди сюда, отгадай загадку. Сколько ты можешь съесть пирожков с печенкой натощак? Один. Ну и лох ты, Рома. Если бы ты сказал штук 5, 6, 7 или 8, я бы тебе рассказал такую хохму, ты бы закачался. Семья Нухимовичей обедают. Мать говорит сыну: Моня, не грызи, отдай кость папе, ты же не собака. Официант, я просил у вас курочку. А это что, разве не курочка? Нет, тут же одни кожа и кости. А вы что бы хотели, и перья? В кондитерскую на Решельевской заходит постоянный клиент, старый Фридленд, и обращается к продавцу. Здравствуйте, скажите, у вас пряники свежие? Как для вас, скажу между нами, откровенно, очень старые и попадаются заплесневелые. А печенье? А печенье? Знаете что, возьмите лучше пряники.